Бибок, ба-ба-ба! Отойди, бойфренд, я все улажу. Ты кто вообще нахрен? Уйди из этого священного места! Раз и навсегда! Немногословная ты баба, да? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Ну что, мы продолжаем играть во Friday Night Funkin' Sorvente Deluxe. Огромную масштабную модификацию, посвященную Сорвенте, Руву, Сильверу и, в общем-то, Рассази и даже Капи. Даже Капи сюда затесался. Обязательно не забывайте, пожалуйста, ставьте лайк, потому что модификация очень большая, качественная, она того заслуживает, я считаю. Пишите свои комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И жмите колокольчик, включив при этом все уведомления. Ссылка на мод внизу в описании, можете переходить, играть самостоятельно также. Мы в прошлой серии остановились вот на этой неделе. Это была неделя 4 из 7 новых недель. В общем-то, сейчас будем играть в 5-ю. Это вот это вот следующее. Parish Remix, Worship Remix, заводил ремикс и, господи, соответственно, тоже ремикс. Одни ремиксы у нас тут, осталось у нас 3 недельки, давайте, сегодня мы заканчиваем с этой игрой, она у нас, напоминаю, на 2 серии поделена, получается. Йо, я снова вернулся. Ой, бойфренд, скучал по мне? Я думаю, мы все скучали по тебе, Сарф. Да, это так мило видеть тебя снова. Ну, я никуда не собираюсь, знаешь ли, я всегда буду здесь и приглядывать за церковью. Это хорошо услышать, я рад, честно, да. Так что, как там, решил посетить, почему меня? Капи написал мне, что он проходил мимо этого места и решил, что ему стоит сказать привет, но он не хотел приходить один. А почему это он не хотел приходить один, а? Ну, Руф прошлой ночью набухался и немножечко тут беспорядок устроил, пока ты спала. Так что он взял... Поднял первую пушистую вещь, которую смог найти, чтобы почистить, и эта пушистая вещь оказалась мной. Я думаю, он меня перепутал с твоим пылеочистителем, да? Ой, Капи, мне так жаль. А как насчет того, чтобы возврат этого ужасного события, я тебе сделал вам обоим сделал бы вам ужин. Чтобы как-то, ну, чтобы как-то сгладить вот это все говно, которое с ним произошло. Ужас! Он им потер, по сути, понимаете? Как тряпку его использовал. Потрясающе просто. Слушай, а есть у тебя еще этот коммуньон пирог? Думай... Хер знает, какое-то сленговое выражение, я не могу перевести. Понял. Так или иначе, в общем-то, раз уж вы оба здесь, мы должны попеть, да? Вы же знаете, как я люблю, когда мы вместе поем. Это чувство общее, моя подруга. Тогда давай начнем. И мы, в общем, приступаем. Сейчас будут ремиксы классических песен. Интересное такое решение для аккомпанемента в заднем плане. Ну, сейчас посмотрим, как это будет. Так. Ага. Все стрелочки берутся вполне себе удачно. Ну, в принципе, как и это было в прошлый раз, ничего сложного нас, наверное, ждать не будет, я не знаю. Мы уж посмотрим, конечно. Капи радуется, Капи болтает своими ножками. Так. Во, хорошо. Вот так вот. Ну, слушайте, а вот интересно, а будет ли сложно проходить госпел вот здесь? Потому что, кто его знает, ребят. В прошлой неделе, конечно, все упростили значительно. А здесь, может быть, и... Но тут есть ботплей. Ладно, нечего переживать. Капи радуется, Капи наслаждается. Капи, почувствуй себя гёрлфренд. Почувствуй себя гёрлфренд, Капи. Как это ты уже, в принципе, это и делал. Так, подождите-ка. Тут надо собраться. Ух, нифига себе. Вот это ты задала задачку. Так. Хорошо. Мне нравится, мне нравится. Ремикс звучит прикольно. Он звучит так, знаете, атмосферненько. Душевненько, я бы сказал. Не дурно, не дурно. Пойдет. Так. Мне нравится, как абсолютно любой, судя по всему, персонаж может нескончаемо трясти своей башкой. Ему ничего за это не будет. Правда, не каждый может трясти хвостом, да, Капи? Это можешь только ты, наверное, да? Так. Обратите внимание, что вот на этом этапе песня, по идее, должна закончиться, но она продолжается. Мне кажется, я что-то такое то ли слышал, то ли играл. Когда-то давно какая-то модификация была, где реально вот песни Сорвенте были дольше, чем они должны быть. У меня такое ощущение, что я вот это не первый раз уже как бы. Сейчас посмотрим.
Ну давай, давай. Ну давай. Давай запивай. Так. Это уже пошли новые. Новые переходы. Но я это точно слышал, наверное, да, когда-то? В общем, мои зрители, у которых память лучше, чем у меня, могут написать, играл я в такое или нет. Мне кажется, что да. Мне кажется, что должен был. Но я так плохо это помню, что я не уверен, знаете ли. Так. Ага. Аплодисменты там какие-то на заднем плане. Это бухой Руф там сидит. Да, жена моя поет. Калинка-малинка понеслась. Да. Ну, потому что он русский, типа. Калинка-малинка, ну, понимаете, стереотипы, все такое. Так. Че, больше не хлопает Руф? Он, по-моему, посуду разбивает, судя по звукам уже. Уже там до полного, короче. До полной садомии дело дошло. Так. И па-па-па-па-па-па. Так, все, запищала, запищала сорвентушка, сорвентушка прямо, ух, как она прям спела, ай да красавица, ай да умница, молодец. И осталось уже совсем чуть-чуть, слушайте. Я так понимаю, каждый из этих ремиксов, он будет даже длиннее оригинальной песни, ну прикольно, что. Так, я у себя немного, наверное, все-таки потише сделаю, а то прям сильно оно орет, я аж себя с трудом слышу, что я вообще говорю. Так, ну поехали. Сорвентушка. Первая песня готова. Из четырех. Еще ждет нас много веселья. Ой, ты по-прежнему звучишь великолепно, как всегда. Эй, йоу, чувак, вы оба крутые. Вы оба тоже крутые, честно. Ой, давайте еще споем песенок, тогда мы все сможем немножечко отпраздновать. Ты реально меня подбодрил, честное слово. Я очень рад это слышать. Взаимно. Хотите, чтобы мы чаще приходили, Сарф? Ой, конечно, это было бы замечательно. Я люблю все воспоминания, которые у меня есть с людьми в этой церкви. Иногда тут бывает немножко одиноко. Церковь довольно заброшенная, наверное, или что, я не знаю. Нравится, раньше было, ну, больше посетителей. Но я полагаю, что мы немножко отклонились от пути, так что... Ну, мы будем раз в неделю приходить. Так точно. Ой, спасибо вам, я очень это ценю. Извините, это такая тупая причина, чтобы плакать. Ничего подобного, и к тому же, мы здесь, твоя семья тоже скоро придет. Я думаю, я уже слышу, как приходит Руф. Так, а почему бы нам не вернуться к пению? Песня 2, погнали. Так точно, вперед, вперед, вперед. Я так понимаю, что Руф, он боится, да? Ух, нифига, быстро. Как будто побыстрее стало, да? И тоже 4 минуты длится эта песня. Она должна быть покороче, наверное, да? Так, поехали. Ну, я, конечно, да, немного промахиваюсь. Я чувствую, что стрелочки быстрее летят, да? Но то, что я промахиваюсь, то, что стрелочки быстрее летят, это не проблема, потому что в целом мы все равно побеждаем, как бы. Это самое главное. Ремикс сделан прикольно. И звуки на заднем плане мне, в принципе, нравятся. Прикольно. Па-па-па-па. Офигеть. Ох ты, двойными стрелочками ты меня прям закидает сейчас. Ну посмотри. Ну ладно, ладно, давай. А? Па-па-па-па. Па-па. Пара-п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 а-
Пойдет. Так, что-то я слышу, там Руф пердит на заднем плане, как будто бы, судя по звуку. Походу, он реально приближается. Пум-пум-пум, вот это вот, слышали? Это его бухие шаги из местного бара идет такой. А-а-а, жена! Похмелье, рассола мне там, я не знаю, что-нибудь такое орет. Хотя похмелье, наверное, только на утро. А может, он под утро пришел? Ну, может, сейчас утро, мы не знаем. Откуда? А тут мы знаем, тут часов нет, мы не знаем, сколько часов. Так, ага. Вот такие вот дела. И
И вот здесь, опять-таки, да, по классике. Тут должна была закончиться песня, по идее, но нет. Сарвента с очень злобным лицом становится раком, а это значит, что она настроена серьезно. Наверное. Не знаю. Так. Ага. Поехали. Хорошо. Так. Так, давай. Ох, уже получше. Уже хоть какие-то стрелочки взял в этот момент. Чем звенит? Там колокол. Пьяный Руф долбит в колокол. Это он типа такой колокол там бьет, там на церковь залез. Жрать, жена! Жена, жрать мне! Ух! Ухнем с водочкой, да, селедочкой. Ты где? Зовет тебя, понимаешь? Надо срочно бежать. Так. Ну классно, слушайте, ремиксы сделаны классно. Они прям, они расширяют и углубляют оригинальные песни. Делают их более разнообразными, более какими-то... масштабными, я бы даже сказал. Так. Ага, пойдет. Это что ж будет с треком Госпел? Интересно. Ой-ой-ой, все всрали. Все всрали! По полной программе. Как только я умею это делать, ребят. Искусство всрания песни. От Декарта. Обращайтесь. Всегда научу. Чему-чему, а этому без проблем. Да, там, короче, колокол реально долбит. Сейчас, кстати, придет. Сейчас придет это чертило в шапке-ушанке. И тоже нам устроит тут как следует, да? По-любому. Ну, поехали. Ну, ожидаем. Что сказать? Ожидаем, заводись, заводила. Заводила, заводи свою шарманку. Вот он. Ха-ха-ха. Вау. Ва, с вами так весело петь. Монашка. Только давай не вырубайся тут передо мной снова, а? Иди возьми пью. Хе-хе-хе, ладненько, но... Ладненько, но это... Этот матч еще не окончен. Так-так-так. Посмотрите, кто у нас тут. Коротыш. И... Кошка, человек. Рад тебя снова видеть, Руф, тоже. Приходишь сюда и... Приходишь сюда и... значит, выбиваешь из сил мою жену опять? Это начинает выглядеть подозрительно. Это все Капи! Это Капи! Это все он! Это он, это не я, я-то ни при чем. Уверяю вас, это не так, сэр. Подумайте вот о чем. Как вы думаете, я вообще могу до нее, ну, дотянуться, если вы понимаете о чем? А ты можешь найти кого-нибудь еще? Кого ты будешь выматывать, а? Ну, типа, вот этого кошкамена, например. Покупаешь ему, значит, сос, пен, соус, и он делает для тебя все. Слушай, а ты не думал купить, раз уж мы так заговорили, да, на эту тему, купить тебе этот пылесборник, чтобы мной не пользоваться, да? Что ты имеешь в виду? Я уже пользовался одним прошлой ночью. Чё вы все на меня так уставились? Короче, бойфренд, тебе нужно кое-кого сейчас утомить, да? И потом ты сможешь играть со мной второй раунд на аркадах. Извиняюсь? Да, они установили DDR-пад здесь. Прям? Окей, понял. Да, что ты думаешь о моих словах? Ну, теперь, когда вы здесь, я полагаю, пришло время для меня вызвать вас на батл. Я устал, и, в общем-то... И раздавить вот этот вот сраный кекс, вот этот с волосами голубыми, да? И мне это будет радость. Ты еще не изменился с тех пор, как мы встретились, Руф. Ни разу так и не изменился. Давай-давай, надвигайся на меня. Чё? Да. Это бы вот вышло не очень хорошо. Давай просто начнем музыку. Knock yourself out. Выруби себя, прежде чем это сделаю я. Вот, вот это, слушайте, у них сурово я тут отношусь. Ого, 6 минут. Я надеюсь, не просрём, ребята. Слушайте, заводило вообще охеренно звучит.
Мне очень нравится. Ага. Так. Ага. Нормально. Хорошо, слушайте. Вот тут вот прям ремикс вообще отличный, четкий. Так. Ага. Да, я, конечно, не все беру, но тут сложно. Очень быстро это все идет. Очень быстро, ребят. Капи, что с твоими глазами, скажи? Ты вспоминаешь, как он тобой пыль подтирал? Он занят, он сейчас не будет этого делать. Так. Ага. Длиннющая песня, ребята. Получается, что одна вот эта неделя, она, знаете, она по продолжительности смело затыкает за пояс две недели, какие были вчера, вот, когда мы играли. Так. Ну или когда это видео выйдет. Наверное, на следующий день. По идее. Прошлой серии, в общем-то. Так. Ага. Что-то ему совсем хреново там. Капи надо врача вызвать, он как будто бы на гвоздь своей жопой сел. Вот реально, у него такой вид. Может, они что-то подложили там под колонки под эти? Офигеть, там тройные стрелочки какие-то идут. Нифига себе. Ну тут без спама совсем невозможно будет для меня. Потому что двойные стрелочки это одно дело, но тройные, ребята, это что такое вообще? Лично. Да, блин, слушайте, я хочу госпел слушать. Хочу слушать госпел. Мне интересно, как эта песня изменится. Ух ты, что ты там выдаешь? Это смотрите, это вот сейчас должна была кончиться песня еще 3,5 минуты. Ага. Так. Нифига! Ой-ой-ой, я вас понял, все, я серьезно настроен. Блин, ну прикольно вообще звучит, да? По-моему, круто. Мне больше нравится эта версия, чем оригинал. Если в прошлых песнях я еще не знал, как бы, оригинальное или ремиксованное, и то, и другое послушать можно, то тут мне вот эта версия однозначно больше нравится. Так. Нормально, нормально раздает, конечно. Вообще не жалеет себя, дяденька. Так. Ох ты, посмотри. Что это? Русские мотивы пошли. Я эту песню в Тетрисе, по-моему, слышал. Так. У меня на Денди был картридж, там был, по-моему, Тетрис. И еще некоторые игры, и там, если ты хорошо играл, выходили такие пиксельные тетушки из русских народных танцев танцевать музыку. И вот вы как раз вот такая вот музыка, по-моему, и была. Пара-п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 а-
знаю. Мне кажется, у вас уже игры повеселее есть, чем сраный Тетрис, да? Так. Ой, слушайте, а я тут проигрываю, кстати. Надо как-то выправляться. Я сейчас реально просру. И на этом все закончится веселье. Минус 6 минут жизни. О, уже получше. Ну ты, слушай, заводила, завел шарманку, конечно. Такую шарманку, что я уже умереть тут боюсь. Первый раз за все время. Так. Это реально вот та вот самая... Русский тот самый мотив, короче. Узнаю его прям четко.
Нормально, нормально, хорошо. Motherland Russia is proud of you, my son. Да. Yeah. Very, very good. Very wonderful. Very, very wonderful. Singing. Yeah. Ой-ой-ой. Так. Так, надо собраться здесь. Осталось уже совсем чуть-чуть. Ага. Что происходит? Что это такое? Нормально все, со здоровьем все нормально, 0-0. Что? А, катсцена заключалась. Господи, я перепугался. А я-то перепугался, я уж подумал, что я умудрился проиграть как-то. Так, ладно. И тут даже никаких слов, ничего. То есть просто осатаневшая. Ой, мадам. Так. Угу. Я даже не понял. Ну, наверное, я проспавил в основном. Но я вроде старался как бы этого и не делать. А там уж не знаю. Так, не. Совсем не делать вряд ли получается. Так. Ну, прикольно звучит тоже. Ну, конечно, перемены, которые произошли с заводилой, мне понравились больше. Там вообще прям четко получается. Ну, это я уже просто спамлю, мне уже насыпь. Чего я тут буду мучиться-то? У нас еще столько песен впереди. Так, ага. Давай. Вот, 100 пудов слышал. Слышал! Играли мы в это когда-то, наверное. Так. Ага. Так. Слушай, вот охота тебе постоянно вот превращаться в такую злобную мадам. Такая была хорошая девушка, в церкви стояла, значит, тут. Производила такое благостное впечатление. А это что? Что это за... Что это за садомия, а? Вот это что за вообще такое все? Ой. Так. Еще. Еще вон какие-то непонятные вот, вот это вот дьявольские какие-то пиктограммы, это эти пентаграммы, вот. Ой, срань вот эту вот свою понавесила. Понавесила там вот то вот всего вот этого. Куда годится вообще? Все ж так хорошо было. Зачем вот, вот до этого доводить? Непонятно. Так, поехали. Ой, это что? Тихо. Такое. Если бы я должен был как-то в музыкальном стиле отобразить жевание, процесс очень быстрого такого жадного жевания, кушания, да, я бы, наверное, так бы это и сделал. Так. Ага. Бойфренд писал эту песню в голодном состоянии. Точнее, Сорвенто, наверное, писал эту песню. Но, возможно, эту партию бойфренд симпровизировал. Возможно, он кушать хочет. Так. Причем, обратите внимание, эта песня длится 3 минуты. Это офигеть. Самая короткая песня из всех получается. Единственная, которую не стали расширять. Да? Потому что она так и должна длиться, по-моему. Угу. раз я промахнулся мимо нот на песне. Миссис, 390. Еще один раз, и было бы красиво так. Надо было еще раз промахнуться, но... Окей, как вышло, так вышло. Итак, вот это вот неделя интересная. Praise, Devotion, Королева, Vespers, Femme Fatale. Femme Fatale — это роковая женщина переводится как. Femme Fatale. Fatale. Femme Fatale. Вот так это, наверное. Но Femme Fatale как-то висит. Так. Алло. Как дела? Сарвин! Уже столько лет не виделись, как ты поживаешь? Неплохо, сестричка. У меня тут крепость моя, в общем-то, движется вперед. У нас тут инаугурация, вечеринка, если хочешь присоединиться. Две дуры, вас не смущает, что вы рядом? Почему вы говорите по телефону? Я не понимаю, она сидит на колонках, прямо рядом с тобой. Что за хрень вообще происходит здесь? Так, конечно, я хочу присоединиться. Я принесу всю семью. Ладненько, звучит здорово. Пока. Увидимся.
Давай, бойфренд, ну пойдем встретимся с моим братом. Братом? Серьезно? Стоп! Я что-то не понял, я думал, это сестра. Так, с братом или... У темпла. Темпл — это крепость, да? Хорошо. A few moments later. Несколько минут спустя. Так, кто у нас здесь? Большой бро, так рада тебя видеть. Она такая... А, это не ее кроссовки, это кроссовки бойфренда. Господи, я посмотрел, я думал, что это она стоит, а внизу кроссовки бойфренда. Типа, все как идеально подходит. Это место выглядит так круто. О, да, это здорово, когда у тебя есть собственное пространство, и ты можешь им управлять. А это что за малой паренек? Я его не узнаю. Бип, дерьмо. Нет, меня зовут бойфренд. А мы уж думали звать тебя дерьмо, было бы весело. И извините, я не нервничаю среди незнакомцев. А, не волнуйся насчет этого. Бог знает, что я такой же. А будет ли сегодня у нас пение на церемонии? Конечно, будет. Это же, что за церемония-то, у которой нет хорошей песни? Бойфренд, покажи моему брату, что у тебя есть. А можно я вначале воспользуюсь туалетом? Туалетом? Короче, у них семейное. Они никому не любят давать воспользоваться туалетом. Сейчас еще Расази придет сказать: туалет? Конечно, первая дверь слева. Спасибо, чувак. Славьте господи. Просто, боже, что с вами случилось? Вы ходили к психиатру с этой проблемой? Вы ходили к психиатру, и она так слушала вас, психиатр так слушал, так говорил: да, да. Нет, вы сможете пустить в туалет незнакомца, если он станет обоссываться. Вы сможете это сделать. Скажите, я могу. Вы такие: я могу это сделать, я могу. И Расази такая: я могу это сделать. Все, все научились. Короче, спустя один, значит, эпизод с Сани. Ладненько, теперь я готов. Давай, хреначим музыку, сестричка. Без проблем. Итак, смотрите, какая у нас маленькая елфа новая. Так. А. То есть это будут те же песни, но их будет 5. Их будет 5, поэтому... Так. Поэтому я подозреваю, что если этих песен будет 5, то 5-я будет явно какой-то новый. Так. Сорвенты так миленько, слушайте, в роли Girlfriend смотрится. Неплохо, да? Мне кажется, она может ее иногда заменять. Нормально, в принципе. Ну тут вообще, тут просто элементарная песня, она просто спета другим голосом. Это та же самая мелодия, которую мы все хорошо знаем. Пэриш, правильно же? Ага. Удивительно, но я пока ни разу не промахнулся, ну потому что тут все очень легко, как видите. Да, то есть у меня пока что 0 миссисов. Так. Сейчас начну промахиваться. О, уже пошло. Ха, сколько раз я там встал? 6. Ох, ни хрена. Так. Пара-па-пам. Нормально. Все, взяли. Рейтинг хорошо написан. Так. Па-п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 а. Так. И 20 секунд последних. Ну что, брательник, в принципе... Достойно поешь, достойно выступаешь, но со мной все равно тебе тягаться ну никак. Ну извините, ну уж точно не с такими песнями, да? Тут все у нас простенько достаточно. Нас просят опять беречься, потому что муженек придет скоро. Муженек с одноглазой вот этой повязочкой своей вот этой. В шапке-ушанке. Боимся, очень страшно. Очень боимся его, да, как всегда. Опа, че это ты, брательник? Блин, чувак, ты реально крут. Спасибо, ты тоже крут. Соревнование еще не окончено, приятель. Ладно, погнали. А, забыл слова песни уже. Не стоило бухать это кофе прошлой ночью. Сорвенти фарпучино, мансиньор. Да, ты знаешь мой любимый кофе. Уверен, если сыграю следующий трек, ты сразу все вспомнишь. Ладненько, давай. Готов, малой? Готов как никогда. Ну, сейчас будет, как бы, да. Ох, смотрите, сразу все вспомнил, ты глянь. Так. Отлично. Так, получается, что песня «Королева» четвертая, это будет вместо песни «Госпел».
Ну, в принципе, возможно. Ой-ой, так. Один раз промахнулись. Уже один раз успели всрать, ребята. Вот такие дела. Ну, бывает. Ага. Хорошо. Пара-па-па-па-па. Давай-давай. Интересно так, короче, по-моему, у меня такое ощущение, что ее братец в детстве сожрал орган по частям. Вот такое вот у меня предчувствие. Знаете, пока не видели, он в церкви вот в этой вот подбегал, когда был мелкий, и просто и сжирал вначале там струны органные, клавиши сожрал, потом педаль, и теперь он поет четко, как орган. Понимаете, как история Обеликса, который упал в чан, да, когда был маленький, с волшебным зельем, и теперь он очень сильный, да? Вот это та же фигня. Возможно, он упал в чан с органами, я не знаю, но реально звучит он как-то интересно. Па-па-па-па-па. Чисто человек-орган, понимаете? Как ты так вообще? Как ты за хлебом ходишь? Дайте мне хлеба вот этого, пожалуйста. За 20 рублей, да? То есть, ну... Мне кажется, что продавцы просто, они сразу такие: о, Господу помолимся, давайте спойте еще, молодой человек, да? Так. Ага. Хреново, не взял последнюю стрелочку. Что это было? И опять это, ты что это, выпрямись. Выпрямись, что у тебя с осанкой, выпрямись давай. Че ты такое злую рожу состроил, а? О! Так, это Рувовна! Это Рувовна, Рувна, Рувивовна пришла, да, такая? Окей, окей, это имя, отчество и фамилия, если вы не поняли. Классно я придумал, да? Окей, 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 погоди, я еще не закончил. Просто дай мне секунду. Падает. А? Ой, кажется... Фейнтинг. А, кажется, в этой семье у нас все-таки частенько вырубаются из сил. В общем, меньше бегают, больше падают. Руф, иди сюда, мой бро. Да, иду. Простите, а что у нас тут за проблемы? Ой, Рувина, рад тебя видеть. Да, тут у нас большой бро долбанулся сильно. Да, я вижу. Он, в общем-то... Любит себя бросать во всякие вещи. Да, уж и не говори. Я слышала, что вы тут пели ранее. Звучит очень весело. Ну, спасибо, это очень добро с вашей стороны. Очень мило, нет проблем. В общем, я решил, раз уж у нас сегодня церемония, возможно, мне стоит с вами спеть. Да, я имею в виду, если хочешь, тогда вообще без проблем. Спасибо. Не самая лучшая певица, но сделаю все, что смогу. Вперед. Ну давай, Рувина, понеслась. Ой, ты как? Дань-дань-дань-дань-дань. Какая у нас маленькая. Какая у нас нежная заводила. Вы прям чувствуете. Так. Ну чё, неплохо сделали Рувину. Нормально. А что она проглотила в детстве? Я не знаю. Как это называется, инструмент, когда вот это вот палочками такими бьют по струнам. Как? Вот так. Дань-дань-дань-дань-дань-дань. Как называется эта срань? Напишите в комментариях. Клавесин? Почему-то у меня это слово в голове, но я не уверен. Так. Ага. Вот, по-моему, она его сожрала просто. Они там, Рувина, его клавесин этот, или что там оно, как оно называется. Этот орган сожрал, и вот такое вот было веселое детство. Теперь они вот так вот распевают. Могут, в принципе, имитировать какой-нибудь церковный хор или типа того, подбегать к людям и Господу помолимся петь, да, и люди будут усираться от страха и резко прозреют в религиозном смысле. Однозначно. И папа. Сорвенто вообще, конечно, четко выполняет свою герлфрендовскую роль, да. Пи-па-па-пи-па-па-па-пи-па-ра-па-па-па-па. В принципе, было бы прикольно надеть на нее красное платье, а на гёрлфренд надеть сорвентовское монашеское одеяние. И посмотреть, как бы тогда это смотрелось. В принципе, тоже могло бы быть интересно. А потом можно было бы Рувину посадить вместо сорвента, спеть сорвент. Короче, их тут можно... Ой, менять их сколько угодно. Всячески над ними издеваться.
А потом переодеть Сорвента в клоуна Трики. Во, вот это вообще было бы идеально. А Гёрлфренд переодеть в мистера Брайтсайда, например. Или, например, даже не знаю, в Боба. В Боба переодеть. Шикарно, правда, я не помню. А, не, в Боба не надо. Переодеть ее в Боба, это будет, значит, вообще с нее все снять. Не-не-не, это не надо. Это нам не надо. Это нам не нужно. В общем. Итак, Рувина. Слушайте, ну вы прекрасно поете, что я могу сказать? Рувина. Прекрасно поете, правда, хмурое что-то, прямо как вот твой вот этот вот. Твоя мужская версия. Прям такая же вот хмурая что-то. Такая же рожа вон суровая. Ой, ну ты реально что-то с чем-то. Ой, ребят, вы такие милые. Да-да, он такой, да. Короче, он хорош, но он не сравнится со мной. Слушай, со всем уважением, но он тебя победил в первых двух песнях. Ой, ты это называешь песнями? Давай покажу тебе все, на что я реально способен. Вот сейчас будет. А, угу, понятно. Как бы все то же самое, но с мужским. Ха-ха-ха. Окей, хорошо, сейчас. Ха-ха-ха, сейчас ты вот. Ха-ха-ха, вот это вот. Будешь, что называется. Будешь уже не ха-ха-ха, а ха-ха-ха, вот так. Будешь по-мужски плакать. Вот этим мужским своим таким тестостероновым голосом будешь рыдать, понял? О, нифига себе, как там органит по полной программе. Ха. Так забавно звучит. Комбинация этих двух голосов. Что-то жутковато немного. Как будто у нас саундтрек к хоррору какому-то, например. Ух ты, посмотри, ничего себе! Ну давай, давай. Давай, давай. Ага. Папа. Хорош. Органист вообще прям нормально отжигает, да? Так, это у нас сейчас получается будет четвертая песня, а потом же еще какая-то будет. Пятая. Тут же пять песен. Это еще не все будет. Ага. Отлично. Так. Все, отличненько. Так. Ой, что-то я никак не могу взять. А что происходит? Красная стрелочка не берется, вот это право, и все. Хотя я нажимаю вроде. Странно. Так. О! Сейчас получается вот. Короче, когда я пытаюсь не спамить, мы немного страдаем. Судя по шкале здоровья. Становится чуть-чуть хуже. Да. Опаснее, я бы сказал. Так. Сорвента с таким блаженным видом сидит. Ну просто, ну училась у великой Гёрлфренд. Вот сразу видно. Понимаете? Училась у лучших. Вот эта дисциплина башкотрясения сдана была ей на 5. Просто, понимаете? На 100 из 100 баллов. Ну просто потрясающе. Но только у нее, понимаете, у нее такая пустота в глазах, что это пугает немного. Она как будто бы вообще, короче, отключилась. Ага. Гёрлфренд хоть какая-то мысль светилась там, знаете. Хоть что-то. Что, казалось ли, он ускоряется как будто. Ага. Так. Ой, отлично. Так, и это была четвертая песня, и это еще, напоминаю, не конец. А что же дальше будет? Что же дальше? Все, Сорвента, можно уже остановиться. Сорвента, можно остановиться, говорю, нет музыки, Сорвента, все, все, все. Сейчас вообще, я думаю, у тебя уже там все уже совсем. Совсем уже все там, вы растрясешь. Так, думать будет нечем. А, ты еще, понятно. Я проиграл? Ну, похоже на то, извини, приятель. Ты молодец. Чертовски талантливый, вот уж точно. Тебе стоит присоединиться к нашему хору. Нет, тебе стоит присоединиться к моему. К моему, к моему. Бип. Йоу, вы двое угомонитесь. Я думаю, что вы найдете, что вы согласитесь. Этот малыш, он мой. А? О-хо-хо-хо. Ты такой милый, когда напуган. Я,
не напуган. Завали их, хлеборезку. Меня зовут Селена, кстати. А, это девочка, понятно. Я леди чести в этом заведении. Я на 99% уверен, что тебя никто не приглашал. Да, сестренка, а почему вообще здесь? Мне скучно. И обновление Фивертауна только что вышло. Если это челлендж исполнения песен, то вы бы захотели предположить, что я ваш навсегда. Отлично, но после этого я хочу домой. В общем-то, сделать тебе динонагисов? Да, я бы вообще реально бы перекусил, Сар, спасибо. Ну что ж, вы никуда не отправляйтесь, пока не споете со мной. Окей, давай, леди, вперед. Итак, сейчас Селеве, вот эта леди, сейчас отожжет. Ну, в общем, очевидно, что все поменялись полами в этой неделе. Я думаю, что я играл в такое. Я даже точно помню, что я играл в такое, только я не помню, чего было. Есть ли какие-то отличия с этой версией, от той, в которую я раньше играл. Песни, по-моему, те же. Но я не уверен, что была вот эта песня, во-первых. Да? Предыдущие-то, наверное, были. И мне кажется, диалогов могло не быть. Или они могли быть другими. Но я не уверен, опять-таки. Я ничего не помню. Так. Ой. Что-то пропали куда-то мои эти слова. Я тут стараюсь, значит, слова напеваю, а они взяли и пропали. Куда это годится? Ага. Ох ты, посмотри. Ой. Так. Красиво, слушайте, певучая так у нее получается. Только вот мне кажется, милая леди, а можно не показывать мне факи, когда вы так красиво тут мелодично исполняете? Такая хорошая девочка. Так красиво, мелодично там что-то намурлыкивает. И факи вот у свои тычет мне в лицо, ты представляешься? А как же манеры? Слышь, дай ей распятием по жопе, Сорвент. Дочурка у тебя совсем от рук отбилась. Так. Ох, нифига, ее там плющ. Припадки вообще такие, да? Так. Ой-ой-ой. Ага. Ох ты, смотри, как мы там за это запищали. Ну, это прям очень высокие октавы пошли. Да что такое? Я какой-то косорылый. Все пропустил. Все пропустил, что мог. Ага. Ну, так, нормально. Поехали. Ой. Да, что ж ты будешь делать? Так. Чуть получше. Том-том-том-том-том-том-том-том-том. Давай. Па-па-па-па-па-па. Блин, балдежная песня вообще. Ну вот и, собственно, и все. И сейчас, наверное, же будет какой-то диалог, да? Ну должен быть, мне кажется. Ну должен быть. Мы поговорим еще, может, о чем-нибудь, нет? Мне еще должны были дать... А, хрен зла. Дино Непис или как там? Пожрать что-то она должна была мне приготовить. Но, видимо, это уже без меня. Это уже без меня. Это они уже сами пожрут. Ну и вот последняя неделя. Треки у нас Базинга, Крюсифай и Евангелие. Так, я так понимаю, что это Таки, скорее всего. Ну, поехали на харде. Я не знаю, пройду я или нет. Таки обычно сложная. Я не знаю, как здесь это сделано. Мы сейчас посмотрим. Так. Мы сейчас поглядим. Привет, красавец, да. Рад вас видеть. Опа. Ну, поехали. Сейчас будет дикий смех, да? Сейчас заржешь. Смешно. Так. Черные стрелочки, мне придется их ждать. Я могу начинать ожидать этого говна, нет? Не хотелось бы. Нет, смотрите, тут вроде бы все нормально сделано. Ни черных стрелочек тебе, ни... Никто тебя не смещает в плане здоровья, там, вот, по шкале. Так что все нормально, в принципе. Знаете, как сорвенты начинают усыкаться каждый раз, когда поет.
И как только я пою, она такая сразу довольная. Как будто бы и нету здесь бабы с бензопилой, да, когда я пою. Сразу она как будто бы исчезла куда-то. Что на самом деле совсем не так, Сорвенте. Она по-прежнему здесь. Она может отпилить тебе башку в любую секунду, понимаешь? Так. Ну давай. Так. Ага. Хорошо. Пойдет. Разобрались. Все, нормально, пройдем. Я думаю, что здесь и с этой проблем тоже не будет. С этой поехавшей мадам. Не, ну балашка с бензопилой. Это ж надо было такое придумать. Это в каком таком приходе вам раздают бензопилы, расскажите? У какого, блин, святого отца ты стырила бензопилу? Расскажи мне просто. Где в монастыре бензопилы валяются просто везде? Мне кажется, тебе надо это сам. Немножечко отдохнуть, да? Немножечко расслабиться. Принять сраные валерьяночки и отложить свою эту бензопилу-то. Ну, в самом деле. Небогоугодное это дело бошки людям отпиливать. Ты поняла? Не, она не поняла. Мне бесполезно объяснять, что я уж сколько не пытался, понимаете. Так. Ага. О, и понеслась. Ты даже не споешь такое. Вот так. Я так понимаю, что мы с ней без диалогов, да, разберемся. Там разговаривать особо не с чем и не о чем, да. Там на своей волне. Поэтому мы просто переходим к следующей песне, правильно? Правильно я тебя понимаю или нет, скажи мне. О, господи. Бойфренд. Би-боп-ба-ба-ба! Отойди, бойфренд. Я все улажу. Ты кто вообще нахрен? И что во имя Господа ты вообще делаешь? Уйди из этого священного места! Раз и навсегда! Немногословная ты баба, да? Так или иначе, тебе придется за себя ответить. Ты встретишься с Богом. Бедная потерянная душа. Я избавлю тебя от зла. Нет, такие диалоги есть, смотрите. Диалоги такие есть. Ну, поехали. Так. Ой, понеслась. Чё, теперь решил бойфренд немного посидеть на лавке запасных. Я бы хотел посмотреть на бойфренда повнимательнее, как он там в роли гёрлфренд себя чувствует. Усыкается правдоподобно от страха, смотрите, и плачет там прям. Это молодец, это роль хорошо сыграна, молодец. Пятерочку тебе ставим, бойфренд, да. Из 100 баллов, пятерочку. Да ладно, я пошутил, бойфренд, молодец, хорошо справляешься, не обижайся, давай. Так. Ну просто Оскара ему надо дать, посмотрите, как ему страшно, вы гляньте. Вот это я понимаю показ испуга на 10 из 10, молодец. Сорвенте потом это самое, приготовь ему там пожрать за это, он прям хорошо твою роль исполняет. И смотрите, как выяснилось. А потом сейчас вот, такой, и тут сразу же. Какая быстрая смена настроения, понимаете? Мгновенное перевоплощение, вот красавчик, да? Семьдесят два раза я уже ошибся. Ну да и похуй. Ну да и насрать, поехали. Ого, ничего себе. Офигеть, тут прям нужна концентрация, ребят. Хорошо. Так. Ой. У меня аж пальцы соскочили с клавиш. Отличненько.
Ну, хорош там уже ногти грызть. Это плохая привычка, бойфренд. Прекращай это. Вот бы тебе бы это. Так, и дай ему бензопилой по жопе. Что он делает? Опять ногти грызет, падла. Так. Ща пройдем, ща пройдем. Осталась последняя песня. Если меня где-то и может поджидать какой-то безумный хардкор, то только там. Но надеюсь, конечно же, что нет. Вот классно вот сделан этот детский хор на заднем плане, да? Он прям придает какой-то жути этому персонажу. Ну чё? Поехали. Сейчас будет что-то эпичное, наверное. О, опять бойфренд. Что такое? Теперь она будет вместо гёрлфренда стоять? Прекрати, просто прекрати. Бип-бип-бип. Мы здесь не для того, чтобы тебе навредить. Мы последователи Бога, как и ты. Пожалуйста, ты же знаешь, что Библия бы не захотела, чтобы ты причинила вред или расстраивал других. Я могу видеть, что ты оделась по-церковному. Если ты хочешь распространять Слово Божье, почему бы не присоединиться к нам в нашей церкви? Вот это уже хорошо. А ты уверена, что это означает, что она готова присоединиться? Может, она там чему-то своему там, это самое. Как я вас всех сейчас перепилю. Вот, может, что-то это, нет? Ну ладно, будем надеяться, что все хорошо. Будем оптимистами. Я собираюсь спеть, короче, священную песню, чтобы очистить это место. Ты хочешь посмотреть, пока мы с моим маленьким другом поем? Замечательно. Давай-ка, может быть, уберешь, это, бензопилу в сторону, не? Окей, нет проблем, просто начинайте песню. Так. Да. Никогда не просите девушку убрать ее бензопилу. Это первое правило этикета. Так. Ага. Ох, нифига, ты там затянул ноту. Так. Ага. Хорошо, тут пока берем нормально. Более-менее. Жесть, как быстро оно прям все летит. Смотрите, без спама, в принципе, получается. Так. Хорошо. Хорошо идет. Мне нравится. Что это, Сорвенто, с тобой все нормально? Что это? Что-то было. Сорвенто у нас приболело немножко. Пауай, пауай, что ты там рассказываешь? Что-то очень умное задвигает бойфренд. Высокая поэзия, пауай, пауай, ребят. Да, в принципе, все так делали. Я помню еще, я в детстве, ну, каждого из вас же заставляли учить стихи Пушкина. Открываешь, а там он такой: я помню чудное пауай, передо мной явилось пауай. Как мимолетная пауай, как гений чистого пауай, понимаете? И все изучали же это наизусть, так что бойфренд учился у лучших. Так, ага. Так. Все. Мы все прошли, ребята. Мы все прошли. Все песни. Все песни, все недели. Все просто. Все, что можно было. Как же замечательно. Ну и напоследок, я предлагаю нам, наверное, на всякий случай запустить туториал. Потому что тут еще какой-то туториал и туториал ремикс, между прочим. То есть тут еще и в туториале что-то будет. Да? Ну давайте. Уже по порядку. Вначале туториал, а потом туториал ремикс, как бы все посмотрим. Туториал коротенький, длится не минутку. Я его вырезать не буду. Так, лево-право, лево-право. Можно расслабиться, слушайте. После всех этих быстрых, невероятно стремительных стрелочек можно просто так кайфануть, как говорится. Просто... Вообще, какая красота. Такой, ой, блин, ладно, красота, доигрался. Умудрился провафлить на туториале, ну бывает. Уже осталось недолго, уже половину сделали. Давай. Вот так вот. Отлично.
четко. Все получилось. И что же сейчас будет за туториал ремикс, скажите мне, пожалуйста. Что сейчас нам ждать? Интересно было бы посмотреть. Он будет как-то связан с Сорвенте? Да? Да? Смотрите. Поехали. А. То есть это та же песня, только она будет... А, нет, смотрите-ка. По-другому. Прикольно, мне нравится. И там башка Рува, по-моему, да? На заднем плане. На плакате. Да? Вот такой туториал, он вообще прикольный, слушайте. That's how you do it. Знаете, туториал не хуже многих обычных песен, которые у нас были в этом моде, да? Прям хорошо получилось. Так. Ага. Я его слышал когда-то, я его узнаю. Но я уже и забыл про существование такого замечательного туториала. Приятно было вспомнить. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Вот такой вот огромнейший мод. Две практически часовые серии на него ушло. Прошлая серия, по-моему, 1:10, а это, ну, где-то минут 56-57, я не знаю, 55, что-то такое. Может быть, может 55. Ну, короче, прилично тоже. В общем, разобрали, все посмотрели. Пожалуйста, поставьте лайк за это дело. Пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик. На этом завершаем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.